Лучшие детские соревнования в стране. Такое звание третий год подряд присваивает Министерство спорта России Кубку Татьяны Зеленцовой. Состязания, в которых участвуют дети в возрасте от 4 до 17 лет, сама двукратная рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами, придает особое значение. Они, конечно, немножко будоражат самую нашу нижнюю часть, детскую, потому что у нас нет соревнований от федерации в этом возрасте, и поэтому очень хочется как-то привлечь детей. Когда человек приходит и ничего не зная, и побывав здесь, ему это понравилось, я думаю, что завтра он придет, запишется в секцию в какой-то. Поэтому основная цель этих соревнований – привлечь самых маленьких, те, которые еще не знают, чем заняться, куда пойти. Это тот вид спорта, с которого я бы советовала начать деткам уже 6-7 лет, хотя говорят, что только с 9 нужно. Потому что я со своей внучкой с 2,5 лет занимаюсь. И чем раньше дети начинают, тем легче их обучать правильным движениям. В Омск на соревнования по легкой атлетике приехали юные спортсмены из 14 регионов России и Казахстана. Всего 1120 спортсменов. И каждый из них постарался показать свои лучшие секунды. Третий раз. Результат у меня лучше получается в этом году. Я стала быстрее улучшать с каждым разом на соты. Сейчас у меня был самый лучший результат. На 200 метров я тоже в этом году улучшила. Полгода пыталась. Получилось. Я просто хотел победить, потому что позапрошлом году я занял 4-е место. Надо очень много трудиться. Не сдаваться. Допустим, если ты проиграл на одних соревнованиях, то ты можешь приехать на следующий год с новыми результатами и уже занять какое-то место. Первый вираж, он легкий. Самое сложное – это забежать во второй вираж. А дальше и финиш добежать. Соревнования мне нравятся, а пробежал я вроде хорошо, но мне кажется, мог ей лучше. Должен обязательно настроиться и подумать, что вот, да, я хочу получить лучший результат. Это нужно сделать обязательно. А также очень важна поддержка близких, родных, что это тоже очень влияет. По итогам соревнований Татьяна Петровна вручила грамоты, медали и подарки победителям и призерам, атлетам, показавшим абсолютные результаты, кубки турнира. Отметили на церемонии и самого юного 4-летнего участника соревнований, только начинающего свой спортивный путь. И, конечно же, еще ни одна встреча с легендой легкой атлетики Татьяной Зеленцовой не обходилась без автографов и фото на память.